Пока собирался, увидел, что ходит головлик. Пока накачивал лодку, решил собрать спиннинг, обловить место. Это результат не принесло, но надеюсь, сегодня головль будет. Местные ставят вот такое вот нарито. Там попался в нее головлик. Сейчас мы его освободим. Даже не один, а два головлика. Эх, как мне вас жалко. Так вот, одно нарито целую стайку головлю уничтожает.
очередной завал. Не будем сейчас очередной завал преодолеваем. Даже не завал, а дерево целое. То ли оно росло в воде, то ли ее уронило. Непонятно. Вот такие есть трудности. Да блин. Завал. Красавец. О, какой красавец. Грамм 700 и не есть. Ну. Спасибо тебе за покупку. Лови. Что за чудо река? Обалденно. Вот сломался крючок на блесенке, на рыбе. Надо его заменить. Поставим Отспрут сингл безбородый в 6 размере. Классическая форма крючка с большим ушком. Выполнена из 40-й проволоки, довольно-таки толстая, надежная, химическая заточка. Все, крючок заменен. Можно рыбачить дальше.
взял на кратки. Эх, соблазнился голавлик. Хороший какой. Ох, 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 машинка, машинка, машинка. Не надо в траву. Траву залез. Вытащим сейчас его оттуда. Удилка просто, просто гнется в дугу, но справилась. Какой хороший красавец! Это явно закилошник. Знаете, какой, ребят, слиток серебра. Не будем его мучить, взвешивать. Вот пиявка на нем, кстати, была. Не будем его мучить, давайте его отпустим. Спасибо тебе за баклевку. Класс, класс, просто класс. Мой завал. Вон там справа есть место, где пролезть. Пока еще не полностью. Река изолирована. Пока еще не полностью завалил. Завал преодолел. Дубочек тумарёный на дне лежит. Вот такой малышек попался.
Рыбалка сегодня вышла крайне трудовой. Не понимаю, что с головлем творится. Он крайне пассивен. Каждый головль был сегодня, ну если не на вес золота, то на вес серебра точно. Ладно, всем успехов, пока.